Вот, купили ананас. Но вы не умеете его разделывать. Тогда вот купите вот такую штуковину. Вот так вот она делается. Продается вот в таких коробочках. Ну и стоит где-то около 150 рублей. И вот, вы срезаете верхушку и донышко. Потом вставляете, чтобы закусило вот это вот, чтобы закусило. И начинаете вращать с нажимом. Потом доходит до дна. Вот, дошло до дна. И вот у вас уже получилось. Вот такая вот красота. Сюда, чтобы можно было убрать часть в холодильник. Все сразу мы не съедим. Главное, чтобы не оставалось острых таких точечках. В черных точечках находятся очень острые вот такие вот вилочки. Будучи в Индии, я один раз поленился чистить и съел вот с такими с точечками. У меня полный рот крови был. Потому что неприлично. Вот эти вот, вот они вот сюда вот прорастают. И они как бритовки, как бритовки. Берут отсюда начало и выходят вот сюда вот. Вот. Сердцевина вот эта несъедобная, она жесткая, ну, некоторые ее едят. Она осталась вот здесь. Но иногда ее можно съесть. Но она невкусная.